снесли старый забор. Вот, сейчас натягиваем ниточку. И сейчас разделим на равные отрезочки все это пространство. Получилось тут 24 метра 80 сантиметров на 13 отрезков. Разделим, поставим отметки, где будут столбики. И будем где бурить, где копать столбики. Здесь вот целые столбики поставим. А там, где отмосточка, мы будем ставить закладные за отмостку и делать такие вытяжки как бы сюда, на эту сторону, и от них уже, на них уже приварить столбики будем уже по факту. Вот так получилось. Вот здесь будет, например, закладная, так закладная будет здесь, и такой выпуск сюда, и здесь столбик от него, от выпуска. Вот по краю сделаем. Вот и так, временный вариант пока нитка. Это чтобы видеть линию. Сейчас поставим отметочки, где будут у нас эти столбики стоять. И будем их копать, бурить. Вот мы пробурили частично луночки. Пока только от края до отмосточки там пробурили луночки. Пробурили сначала диаметром 150 миллиметров, потом затем пробурили на 200-ку. Вот такие луночки получились. Ну, столбик станет четко как раз по линии, и все будет нормально. Бурить недолго, но тяжело, потому что земля липкая, мокрая, тяжелая. Из-за этого идет не быстро. Хотя, с одной стороны, быстро, то, что она влажная и буру не надо скрести. Но то, что она тяжелая из-за воды, липкая, это усилий нужно больше, чтобы с буром работать. Вот, а так прошло быстренько все. И осталось пробурить, где отмосточка. Попробуем, если пойдет, пробурим. Не пройдет, то вручную подкопаем, да и все. Здесь усложняется тем, что бетончик, камушки. Ну, ну да. Ну здесь-то да, здесь пройдет. Ну вот эти три лунки пройдут точно. А вот там... Зато у нас на объекте вот такая вот история такая вот. Space Engineering. Супер кондишенер. Дом был даже под сигнализацией, смотри, видишь там? Мощно. Ну вот мы пробурили вторую сторону, где отмосточка. Здесь 5 луночек. Луночки получились такие вот хорошие. Полезная глубина у них 80 сантиметров примерно. Завтра здесь встанут закладные. Точнее, столбики мы их будем обрезать по месту, по отмостке. Да, 200 было это сила. А 250 еще лучше. Вот это вообще жизнь.
Там надо буром, четырехручным надо буром. Только мне кажется, вот для таких работ, это просто вот для такого забора, это просто тупо захоронка бетона. У нас 250, я что думаю, правда, такой треугольник, блядь. Сразу отрабатываю остановку. Здесь завтра встанут столбики. Сегодня мы бетонируем столбики. Вот натянули ленточку как надо, откуда надо. И сейчас будем эти столбики ставить до отмостки ровно по линии. После отмостки просто будем бетонировать, потому что мы все равно будем перемещать их. Вот, а сейчас переносим вот эти столбики на нужное место, на их, которое должно быть по линии. Столбики сейчас будем вот эти опорки напилили, эти опорки мы будем сейчас приваривать вот таким образом, после чего в край сюда пойдет столбик у нас. Так, как сделаем это, так покажу. Сейчас это выглядит таким образом. Все отпилено. Будем ставить столбики на вот эти откосы. На, как пяточки, подложки. Вот мы перенесли столбики, перенесли их на нужное место, и сейчас все в одной линии. Все наши столбики, все в одной линии. Перенесли благодаря вот таким вот опорам, которые приварили к изгладным. Так, мы взяли и все по уровню поставили. И переварили столбики. Столбики стоят достаточно надежно. Конечно, если силой их пинать, наклонять, то они, конечно, деформируются. Но и даже забетонированные, если силой наклонять, пинать, ты тоже их деформируешь. Поэтому в общем и целом эти столбики хорошо стоят. Теперь они все в одной линии находятся с теми столбиками. И теперь мы можем продолжать. А продолжим мы с того, что крайний столбик родной, который там стоит, сейчас выровняем, наростим еще. Ну, как бы добавится еще один столбик там, в самом конце, точнее, в начале. И потом уже пойдем разбивку уровня и обрезку столбов в один уровень. Они ушли. Там, где маркеры.
крайней мере, должны были быть. Ну, сейчас этот столбик мы подровняем и приварим к нему вот этот уголок. И получится еще один столбик там на краю, который будет держать все направляющие наши. Вот мы отбили верха, где будут столбики обрезаться. Сейчас осталось дело за обрезкой, и на земле здесь соединяем пружины между собой, чтобы хлысты были подлиннее для удобства монтажа. Положили их на эти выступы. Сейчас отстыкуем. Вот как мы отметили верха, который обрезать. Мы сначала вбили гидроуровнем один уровень, прошли как нулевую точку, и от нее уже плясали. Нашли самый нижний столбик, самый короткий, и по нему уже отбили все остальные столбики. Ну вот мы приварили нижнюю пружину, самую нижнюю, которую состыковали еще внизу. Вот сюда выйдет пружина, это оставшийся кусочек, и накладочка к столбику будет сюда. Сейчас проверим самый нижний, потом повыше, которая пойдет, потом отбрежем столбики, а потом уже остальные две будут приварены. Вот вчера мы остановились на том, что приварили просечку до середины забора. Сегодня у нас продолжение. А именно, прожилины доварить, оставшиеся три линии, обрезать столбики, до конца просечку сделать и по максимуму покрасить сегодня, сколько успеем. И останется завтра
докрасить то, что не успели, не успеем сегодня покрасить, и покрыть листами. И вот, чтобы это все завтра опять же сделать, нужно сегодня сварку обязательно закончить, ну и хотя бы часть какую-то покрасить. Вот так выглядит на настоящий момент. Сейчас 8 утра. И вот на настоящий момент выглядит заборчик так. То есть до середины есть просечка. Одна пружина нижняя приварена. То есть осталось сейчас мы там две вот этих, которые лежат пружины, мы их туда пришьем. Две штучки и пойдем дальше просечку. Когда дойдем просечку или высечку до конца. Остальные прожилины наварим, также настыкуем, поднимем их, приварим, обрежем столбики и будем что-то красить. После покраски сегодня, мы сегодня успеем покрасить, конечно же, завтра будем докрашивать. Возможно, высечку мы будем красить завтра из пульверизатора, потому что и кисточками очень долго. Ну, а трубы, конечно, скорее всего, ну, сегодня кисточками, завтра посмотрим. Но вот эту часть, узкую здесь, вот этот проемчик, скорее всего, мы, конечно, кисточками будем докрашивать в любом случае. Но ту часть, возможно, и пульверизатором, даже и трубы докрасим завтра. Ну вот, мы закончили сварку просечки, высечки, перфорации, штамповки, или как ее там еще называют. И сейчас мы подготавливаем прожилины для монтажа. После того, как подготовим эти прожилины, будем обрезать столбики. После приварки просечки мы доварили нижнюю и вот эту линию прожилины, и теперь обрезаем столбики. На прожилинах удобно ходить, прожилины дают возможность даже не держаться руками за столбики. Ну вот мы все приварили, обварили. Теперь останется только почистить стыки и покрасить этот каркас. Так, все готово. Четыре линии, просечка, высечка. Вот так это все выглядит здесь.
Эти столбики срезаны в одном уровне. А, смотри, тоже. Но. Не, не все, а стыки вот эти же. Эти же стыки, только смотри. Мы производим покраску. Та половина практически вся покрашена, осталась эта половинка. Краска ложится неплохо. Красим наполовину кисточкой, а потом валиком. Вот эту просечку очень хорошо берет валик. Красочка, красочка. Угу. На, краски. Что пропустил? Где? Где? Вот здесь. Ну да, не надо постоянно мочить его в краске. Да. Кисточку что-то. Я знаю, что это не будет. Сегодня мы почти закончили покраску. Осталось 5 прожилин здесь, 5 делений вот этих, 5 секций покрасить на второй слой.
И все, и можно будет покрывать. Вот. А так, в принципе, там ту часть от гаража и туда все покрасили на два раза. И вот мы продолжаем работу над забором. Сейчас осталось докрасить вот эти вот несколько пролетов на второй раз покрасить. И будем покрывать железом, обшивкой этот забор. Начнем отсюда и пойдем в ту сторону обшивать. Только обшивать будем, конечно, вот с этой вот стороны, с внешней. И вот так пойдем туда, в ту сторону. Здесь сейчас докрасим, чтобы вот это все убрать. То есть на второй слой будет аккуратненько смотреться, качественно. Вот это все покрасим и будем покрывать. Так все это выглядит примерно сейчас вот так. Здесь уже покрашено на два слоя. Вот так будет выглядеть в конце. Вот мы покрыли уже часть забора листами. Так смотрится аккуратненько. Останется сейчас покрыть вторую часть забора. Перекинули листики, разложили, приготовили. И будем покрывать. Ну вот мы сделали заборчик, его весь закрыли. Все. Теперь осталось только вылезти отсюда. Заборчик получился вот с такой просечечкой. Уже кошки, собачки не пролезут. Забор получился в общей сложности выше 2 метра. Но если от отмостки, то 2 метра ровно.
удобряет, и она давит хорошо. А если вот это не цветное? Ну так, архив для себя даже просто. Ну да. На память. Ну и можно и для рекламы использовать. Ну как было, как стало. Ну да. Да, если кто-то сломал, то он сломал. Молодой, гибкий там.